Привет из Калининграда. Меня зовут Уве Нимайер. Я около 30 лет живу в России. Ну, или тогда-то в Советском Союзе. Несколько лет назад я создал информационное агентство в Калининграде и хотел на немецком языке сообщить о всяких интересных событиях у нас в Калининграде и в России. Повод такова, что я уверен, что немцы очень мало знали о Калининграде и, конечно, о России. И я прав, потому что информационный портал пользуется спросом. Полгода назад я создал YouTube-канал на немецком языке, где я дублировал всякие информации. Тоже пользуется спросом. И думал, ну, если немцы очень мало знают о России, может быть, и русские очень мало знают о Германии. И решил попробовать открывать канал, который работает на русском языке, и который сообщает всякие там интересные моменты из жизни в Германии. Но и буду иметь здесь разделы, где я как немец, как человек, который хочет быть русским, размышляет о жизни в России. Может быть, тоже пользуется спросом. Пожалуйста, сообщите, если что-то не так, чтобы я могу корректировать, что я могу учитывать ваши пожелания. Спасибо большое за внимание. Tschüss и пока из Калининграда.